В Волгограде продолжается ремонт городских магистралей. Дорожники приступили к обновлению улиц с заменой бордюров и асфальтового покрытия в Тракторозаводском и Красноармейском районах. Через неделю работы начнутся и в Центральном. Одновременно подрядчики занимаются и устранением недостатков, которые появились там, где ремонт производился несколько лет назад. Двор по улице Двинской в Центральном районе Волгограда был отремонтирован в 2011 году. Работы были проведены в срок, но через пару лет на асфальте появилось несколько небольших ям. Автомобили постоянно попадали колесами туда. Вот ребенок у меня на роликах катается. То есть тоже как бы переживала, что мало ли что ребенок может упасть. Весной появившиеся ямы обнаружила и комиссия, инспектировавшая недавно отремонтированные участки дорог. По условиям муниципального контракта, в рамках которого подрядчики и проводят работы, гарантийный срок ремонта дорожного покрытия – 4 года. В течение этого времени дорожники обязаны устранить все выявленные нарушения асфальтового полотна. Тогда же в марте было дано предписание организации, выполнявшей ремонт на данном участке, к устранению данных разрушений в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту. Подрядчики вовремя выполнить не смогли, перенесли эти сроки на более поздние в связи с задолженностью оплаты областного бюджета за выполненные работы предыдущих периодов. Соответственно, сейчас они наработали необходимые средства и выполняют свои обязательства на данных участках. Кстати, по словам Виталия Земцова, в последние годы дорожные организации повысили качество ремонтных работ. По статистике, на тех участках, где они производились в течение года, разрушение составляет менее 1% от общей площади ремонта. Видимо, сказывается контроль за подрядчиками со стороны муниципалитета, говорят волгоградцы. Это не то, что хорошая практика, это значит, подъем, что, в общем-то, что все взято под контроль, это очень, знаете, как-то действует очень положительно на всех проживающих. Также в рамках гарантийных обязательств в нынешнем году подрядчики уже вновь отремонтировали участки дорог по улицам Голубинской и Ткачева. А всего в Центральном районе Волгограда будет обновлено 25 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Работы начнутся с 10 июля. Светлана Аликбарова, телекомпания «Ахтуба».